Добрый день, меня зовут Константин Крашанин, мне 23 года, по профессии программист ЧПУ станков, нынешняя профессия 3D-визуализатор. В августе месяце прошел коучинг по 3D Max. До коучинга знаний было практически никаких, мог только работать с примитивами. На коучинге узнал, как быстро и качественно составлять интерьеры, экстерьеры, подбирать материалы, модели и их настройки. До коучинга опыта особого не было, ни клиентов, ни заработка, ничего. На коучинге уже на третьей неделе нашел два заказа, которые принесли мне примерно около 500 евро. Вот. Перспективы на будущее. Вот сзади меня вы видите пустырь. Мы сейчас находимся на окраине города Нюрнберг, Германии. Этот пустырь будет в ближайших 4 или 3 года застроен жилыми комплексами. И о чем я мечтаю, это участвовать в этих проектах и быть их 3D-визуализатором. Мои пожелания людям следующего потока, чтобы нужно делать домашнее задание сразу, потому что потом, когда это все остается, накапливается, это уже почти невозможно нагнать. Все.